Третья китайская международная выставка на острове Хайнань открывается 11 апреля. Но посетить события смогут не только зарегистрированные участники, но и все желающие. Оргкомитет опубликовал информацию, что дни открытых дверей пройдут 14 и 5 апреля. Выставка будет открыта ежедневно с 9:00 до 15:30. Билеты на эти два дня можно будет приобрести с 1 по 14 апреля, начиная с 3 часов дня. В этом году на предстоящую выставку предусмотрено 100 тысяч билетов, что на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. Кроме того, мы предоставим более быстрый и удобный способ их покупки. С 1 апреля билеты можно будет приобрести через официальное приложение китайской международной выставки потребительских товаров или по WeChat. Каждый посетитель может купить билетов. Стоимость билета неизменна – 20 юаней. Чтобы создать оптимальные условия для гостей со всего мира, администрация провинции Хайнань повысит уровень услуг в области транспорта, проживания и питания, а также городского строительства. С учетом особенностей пассажиропотока двух предыдущих выставок улучшены 18 маршрутных автобусов, проходящих через выставочный центр. Кроме того, увеличена их частота, а также открыты 12 дополнительных маршрутов. Посетители смогут в режиме реального времени видеть информацию о загруженности более чем 10 тысяч парковочных мест вблизи выставочного центра, что облегчит навигацию. Для обеспечения продуктами питания на территории выставки впервые использованы вагончики с едой компании Panasonic. Эти фудтраки работают на новых источниках энергии. За пределами выставочного зала установлено 60 парадок для общественного питания, чтобы обеспечить едой более 20 тысяч человек. Также впервые на выставке будет работать китайский круглосуточный магазин Today. Что касается вопроса проживания, в распоряжении экспонентов и посетителей есть 90 отделей, где более 20 тысяч номеров, которые расширены на прием более 30 тысяч гостей. В городе Хайкоу также запланировано проведение ряда культурных и спортивных мероприятий для стимулирования потребления. Кроме распродаж будут организованы концерты, музыкальные фестивали, ток-шоу и другие развлекательные события. Например, в рамках выставки пройдет яхт-шоу, где каждый может попробовать управлять яхтой, поучаствовать в соревнованиях по водным видам спорта, а также порыбачить. Ян Дань, Сирзян.